Приговор за взятки услышал сегодня бывший заместитель директора научного института вакцин и сывороток. Незаконную прибавку к зарплате Андрей Васильев получил благодаря куриным яйцам, которые использовались для изготовления фармацевтических препаратов. Как установил суд, топ-менеджер института обеспечил одной из фирм победу в конкурсе на поставку продукции птицефабрики, а в качестве благодарности получил откат в 20% от стоимости контракта. Коммерсантом был заключен госконтракт на сумму порядка 150 миллионов, а Васильев за это в течение длительного времени получал взятку и всего получил около 30 миллионов. В ноябре 22 года мужчину задержали и отправили в Кресты. Как только приговор вступит в силу, осужденного этапируют в колонию. Васильев вину не признал. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 9,5 лет в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 29 миллионов 900 тысяч рублей, а также с лишением права занимать должности на государственной службе сроком на 10 лет.